всем! С вами Татьяна Ворошилова, участник программы развития общественной благотворительности всем миром. И сегодня хочу поговорить с вами о спаме. Люди, когда заходят ко мне в скайп, видят вот такую вот надпись. Это значит, что этот человек чем-то занимается. И вот, например, как сегодня, пользователь какой-то просится добавиться ко мне друзья. Ссылку на скайп я скидываю в соцсетях. Я думала, что он именно по нашему проекту просится добавиться. Я его добавляю, а он мне пишет. Внимание, самая быстрая система построения команды в автоматическом режиме. Тра-та-та. Километровое письмо, ссылки какие-то. Я ему пишу, не занимайтесь спамом. Удалила его вообще с контактов. Удалила даже сообщение. Добавился вот 5 часов. Я его удалил, и он у меня 8:30 опять же просится в друзья, чтобы опять же написать этот километровый спам. А также, вот, например, Италия, Алекс Салвадор какой-то. Давно ли вы мечтали о своем бизнесе? Да, для ленивых предпринимателей. Я даже и дальше не читала, что там написано. Мне по барабану, что там мечтали. Тоже вот, думала, что это человек пришел, чтобы узнать о проекте. Я ему скидываю ссылку нашего проекта. А он мне в ответ, я не поверил своим глазам, когда увидел этот маркетинг. Я промолчала, он мне через 3 дня пишет опять. Это самый надежный способ наполнить свой кошелек деньгами. И опять пошли ссылки, видео и так далее. Я, естественно, его заблокировала. Сколько почты приходит мне на почту спамы? Вот, например, yob.com. Бренды платят нам деньги за рекламу и так далее. Каждый день чуть ли не по 3, по 4 писем таких. С одной стороны, я люблю эту почту, что все эти сообщения сразу идут в спам. Вы представляете, сколько входящих было засорено этими спам-письмами. Я раньше тоже занималась спам-сообщениями, приглашала в один из проектов, писала сообщения. Только страничек у меня заморозили, ВКонтакте меня полностью удалили, мои странички, на которых было реальные симки, не виртуальные, а и купленные симки. У меня их сразу 17 или больше даже штук сразу удаляли, без предупреждения, без заморозки. В Одноклассниках тоже. Все странички замораживали сразу, как только я начинала писать людям эти спам-сообщения. Люди, перестаньте заниматься этой ерундой. Сейчас этот метод не прокатывает. Мало того, что вы теряете странички, так люди еще на это не реагируют. Им не интересны ваши спам-сообщения. Кто хочет правильно работать в интернете, продвигать свой бренд, свою компанию, проекты, наша команда работает по методике «приглашай, не приглашая». Это курс от Ирины Агаповой, нашего лидера. В курс входит 7 уроков по социальным сетям, вопросы по всему миру, Инстаграм, обучающие вебинары, как продвигаться в соцсетях, работа в видеоредакторе, работа с сайтами, рекламные площадки, Facebook, эффективные действия ВКонтакте, как раскручивать свой YouTube канал. Больше 40 уроков, поэтому мы, наша команда, всем миром работаем именно по этой методике «приглашая, не приглашая». Она стоит 2000 рублей. Для наших партнеров она стоит дешевле. И больше мы не занимаемся этим спамом. Люди сами к нам идут. И получаем хорошие достижения. Кому интересно, приобретайте и учитесь правильно работать в интернете. Ссылка на проект и на курс будет под этим видео. Всем пока!